Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием «Зомби-цунами». Друзья, прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарии из предыдущего видео, и если вы хотите попасть в следующую подборочку, не забываем оставлять свой царский лайк, писать, конечно же, комментарий. Друзья, чем больше лайков будет поставлено, тем быстрее выйдет следующая серия, ну а мы сегодня начинаем. Я так понимаю, что у нас сегодня снова будет чем заняться, потому что у нас сегодня с вами новые ежедневные задания на бриллиантики. Надеюсь, что с бриллиантиками у нас все выйдет хорошо. Ну и, конечно, 70 фруктов поймать тоже было бы здорово. Так, а что у меня за задание сейчас? Клонируйте 6, это понятно, съешьте мозги, понятно, и прокиньте 2 мусорки. Слушайте, задание изичное. В общем-то, я думаю, что у нас без проблем должно все это получиться. Поехали. Надеюсь, что... так, все и получится. О, первая мусорка. Отлично. Хорошо, идем дальше. Мозги мы едим, ребят, с помощью того, что едим просто людей. Для нас это сейчас самое основное и самое простое. А клонировать зомби можно только с помощью бонуса. Не знаю, выпадет уж он или нет. Надеюсь, что выпадет. Так, продолжаем. У нас уже есть 9 фруктиков из 70. Блин, надо, конечно, еще много. О, так, НЛО, пожалуйста. Блин, квотербеки. Ладно, квотербеки тоже прикольные. Ничего не скажешь, квотербеки тоже норм. Ну, а НЛО было бы поприкольнее. Так, а почему мне там... А, это за мозги, по-моему, мне, наверное, дали. Давай, ломай машину! Yeah! Ура! Квотербеки, не, мне очень нравятся, ребята. Они реально прикольно выглядят. Но вопрос в том, что... не самые эффективные, скажем так. Есть все-таки бонусы и поэффективнее. Так, сейчас, по идее, мусорка, да, хорошо. Отлично, опрокинули мусорки. Теперь нам нужно найти все-таки НЛОшку, ребят. Вот это было бы супер здорово, НЛОшку найти, конечно, но что-то... О, май гад, вот сейчас мы, конечно, много зомбаков потеряли. Блин, обидно немного, но ничего, продолжаем бежать. Наш, кстати, ребят, я сегодня вообще вам такую фишку покажу, это просто жесть, самый безумный уровень, который я видел. Я там уже немножко прошел, чтобы вам интереснее было, вы просто офигеете. Сейчас, так, здесь ловим. Сейчас пока что это вообще не то, я вам покажу, это, наверное, самый вообще просто кошмарный уровень, который я видел в этой игре. Ломаем. Ломаем, здесь перепрыгиваем. В принципе, 10 зомбаков. Так, НЛО, НЛО. Оу, е. Все, у нас уже минимум 2 задания, ребят, выполнено. И осталось, в общем-то, все. Все, теперь выполнено все абсолютно, ребята. Давайте, наверное, сейчас спрыгнем. Хотя, стоп, стоп, стоп. Блин, 23 из 70 мы уже с вами нашли. Хотелось бы, наверное, побольше все-таки. Ну, давайте лучше спрыгнем. Я не хочу сейчас особо напрягаться, поэтому просто сейчас пойдем. Да, конечно. Давай прыгай снова. Пофиг. О, кстати, я не знаю, я бы мог сейчас вообще перепрыгнуть как-то. Странная ситуация была. Так, что происходит? Хватит, я не хочу больше, мне больше не надо, алло. Все, упади, пожалуйста, зомбак. Ну, и чё? Все, давай, взрывайся. Не знаю, почему у меня 2 раза появилась возможность снова продолжить. И адская вода заполнена. Оу, май гад. И чем станет? Чем станет? Так, новый парик, это хорошо, берем. Эликсир жизни и смерти, ребят. Кстати, смотрите, мы уже почти заполнили абсолютно всю линейку. А что будет дальше, когда мы все заполним? Интересно. Начните игру между 20:00 и полночью. Никогда не превышайте количество 6 зомби в наличии и доберитесь до туннеля 2. Запрыгните на крыше одного автобуса. Слушайте, вроде бы звучит достаточно просто, если честно. Но сейчас я хочу заняться немножко другим. Так, вид дреда покупаем, однозначно. Я хочу новую шляпу. И, в принципе, мы могли бы еще с вами, ребят, купить зомби, но это надо 3000, я все-таки потратил на дреды. Поехали сюда. Вот про что я говорил, ребят, события выходного дня. Надо съесть 40 кусочков фруктов. Здесь я уже скушал 10, 20, 30, 40 надо съесть, потом 50, 60, 70 надо будет. Но начнем, давайте попробуем. Я надеюсь, что у нас все с вами получится. Играем мы за зомбаков. И вот этот безумный уровень. Вроде как, ребят, точно не уверен, но вроде бы вот он. Да, смотрите, что происходит на заднем плане. Как вы вообще можете здесь увидеть персонажей, за которых мы играем? Это просто капец. Как понять, что это за автобус? Едет он на переднем плане или на заднем? Это просто жесть, если честно. Вот сейчас я опять подумал, что это на меня что-то едет. Капец, это, конечно, уровень просто кошмарный, но тем самым и довольно интересный, тем более, что мы уже 16 из 40 фруктиков поймали. Хотелось бы, конечно, еще побольше. Очень хотелось бы пройти этот уровень, ребят, и дальше, то есть не остановиться на этом этапе, пройти побольше, потому что... О, нифига себе,
нормальный такой подъем, потому что за это дают очень хорошие... Блин, только два успел вроде бы поймать. За это дают очень хорошие награды, и хотелось бы, конечно же, получить как можно больше. Так, слушайте, у меня уже в глазах все рябит, просто капец, если честно. Просто все рябит. Так, можно было перевернуть, но я не стал тратить время. Так, 31 из 40, ребят. Зря попался, ну ничего страшного. Продолжаем. 31, ох, нифига себе, вот это нормальная комбо была. Так, 33 из 40, еще 7. Блин, да что, серьезно? Офигеть, ну это было, по-моему, не совсем честно, ребят. Я перепрыгнул же, просто они затормозили. Ладно, у меня остался последний зомби. Надеюсь, что мы с вами 6 фруктиков. Жесть. Это просто жесть, ребят. Я не знаю, но это, блин, полный бред. Мне осталось там 2 фрукта. Что я могу купить здесь? Да, в принципе, ничего не могу. Здесь мне ничего особо не поможет, поэтому побежали сразу. Оу, ладно. Ладно, снова начинаем с 40. Нам ничего не остается. Снова у нас 40... Блин, чуть не пропустил. На этом фоне реально ничего не видно, я серьезно вам говорю, я не знаю, вот может кто-то из вас, конечно, видит, ребят, напишите в комментах, но я вообще абсолютно ничего не понимаю, все мельтешит жестко. Так, 2 из 40 тем временем пока что, о, нормас. 5 из 40, еще 35 надо. Смотрите-ка, что там на заднем плане происходит, там кто-то кого-то ест постоянно, кто-то бежит от зомбаков. Жесть. Так, 9 из 40 тем временем. Слушайте, ну это уже более-менее. Это мы уже, по сути, поймали 1/4. Вот сейчас 1/4 ровно. Поехали. В конце, ну то есть, чем... Блин, я вот, да, сюда прыгну, нормально. Чем дальше мы проходим, тем сложнее все это становится. Вот и сейчас сложный момент был. Тем сложнее становится, то есть там тем сложнее прыгать становится, тем сложнее фрукты расположены, вот это вот все. Так, очень неплохо, 21 из 40, кстати, половинку мы с вами уже поймали. Нет! И птица не сработала. Ну я не знаю, ребят, вы сами видели, но, блин, это конкретно подстава была, я вообще ничего не мог сделать. Жесть, последняя попытка, что я могу сказать, у меня просто финал раунд остался. Я не знаю, мне за это дадут, наверное, бриллиантов 10, может быть, максимум, вряд ли больше. Надо обязательно, ребят, постараться сейчас, очень хочется все-таки больше накопить. Хотя бы этот уровень пройти, вот хотя бы еще вот этот. Ладно, уж следующий не надо, но вот этот надо пройти. Я сейчас буду стараться прям изо всех сил. Буду прям супер внимательным и буду стараться прям делать все супер четко. Поехали. Вишенка есть. Здесь прыжок сейчас. Хорошо. Буду также стараться не тратить зомбаков, хотя по сути, ребят, здесь легче просто упасть. То есть если ты падаешь, ты теряешь всех по сути. Независимо от того, сколько их у тебя. Поэтому вообще не важно, сколько зомбаков. Можно и с одним, наверное, выиграть, а можно и с 5, там, 10, 15 проиграть. Так, хорошо, прыжок, отлично, хорошая разрубилова. Блин, вот здесь. Так, нормас. 16 из... так, 17, 18 уже из 40, почти что... Почти что половина, ребят, почти что половину мы с вами уже наловили. Но далеко еще не все, вот сейчас ровно половина. Оу! Блин, пожалуйста, ради еще одного. Ой, блин, еще 15 надо, ребят, ну это просто капец, еще 15 фруктов. Если бы у меня оставалось хотя бы там штук 5, я бы еще понял, но 15 мне что-то кажется, что... Ладно, пофиг, реально, ну у меня не получается, я не знаю, ребят, это капец сложное, просто супер сложно. Давайте купим птичку, может быть, нам хотя бы здесь повезет. Не везет в акции, повезет в птиц-акции, скажем так. Да, конечно, офигенски повезло. Зом-птица обновлена. Приносит в игру дополнительных людей пораньше. Ага. Добавляет дополнительного человека с самого начала игры. Ну, то есть это просто плюс один. Да нет, фигня полная. Просто полная фигня, абсолютно бесполезная птица. Давайте дальше тогда играть здесь. Что у нас по заданиям? Начните игру, это мы не можем сейчас сделать. Никогда не превышайте количество 6 зомби в наличии. Так, давайте попробуем. Нам надо сейчас, получается, максимум 5 зомби иметь и дойти до второго туннеля. Я думаю, что это не особо сложно. В принципе, я думаю, что это вообще не сложно, если честно. Просто перепрыгиваем лишних вот этих вот чуваков, и все. По идее, особо не тяжело, скажем так. Так, первый туннель выйдет достаточно быстро, а вот до второго надо будет, конечно, подождать. За это время фруктики поедим. Чё? Интересно, почему у нас наши зомбаки, вегетарианцы такие, едят фрукты, блин? Я думал, что зомби едят только мозги. Но, походу, все-таки нет.
Так, а, кстати, мы можем даже ловить и врезаться в... О, так это разве туннель 2, ребят? Я думал, что это туннель 1, ладно. А, так, на крышу автобуса надо будет запрыгнуть. Мы сейчас это тоже сделаем без проблем. И сразу рестартнем, мне так кажется, что это хороший вариант. Рестартнем, чтобы можно было новые задания получить. Так, автобус? Нет, не автобус. Блин, голова оторвалась. Так, блин, немножко все-таки обидно, я вам честно скажу, я вот сейчас вспоминаю, немножечко обидно, что мы эту акцию проиграли. Не так уж много в ней прошли, но рили это было, ну, прям супер сложно. Я не знаю, смог бы я сделать лучше или нет, но, по-видимому, все-таки не смог бы. Здесь у нас с вами пока все норм, я чуть не вижу ни одного автобуса. Мне бы хотелось все-таки автобус найти. Игра, автобус, пожалуйста. 40 из 70 фруктов тем временем. Я думаю, что мы спокойно пройдем эту акцию. Вот эту вот без проблем пройдем. Отлично, все, теперь можно падать. Теперь можно падать с чистой совестью, дорогие друзья. Потому что мы с вами поймали все, что надо. Падай, отлично. Не надо рожать нового, не надо. Не... Конечно же, когда не надо, ты с удовольствием это сделаешь. Когда надо, так фиг там плавал. Ладно. Ладно, падаем сейчас снова. Заодно деньжат подсоберем немножко. Это всегда лишним не будет. И взрываемся. Хорошо. Так, смотрим, что у нас по заданиям, ребята. Эликсир жизни и смерти мы с вами заполнили. Блин, 2 эликсира за день, найс. И 2000 монет, вообще хорошо. Бутылка духа Франкенштейна у нас следующим эпизодом идет. Летайте 15 секунд как дракон и купите двойных зомби в магазине. Блин, не хочу покупать, если честно. Ну ладно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Так, плюс один зомби покупаем сразу же. И... так, двойные зомби в магазине. Вот, тоже покупаем. Не знаю, как сейчас это все будет выглядеть. Поехали. Двойные зомби. Надо воспользоваться ими еще, да? Вот они, вроде бы. Да, все. Вау, кстати, неплохая такая компашка у нас собралась. 6 зомбаков прям в самом начале. Это мощно. Прикольненько, прикольненько. Я, кстати, думал, что двойные зомби, это значит, что если мы вот мы одного съедим, нам добавляется 2. Но нет, почему-то добавляется только 1. Хотя, может, мозгов добавляется больше, ну-ка. Нет, тоже мозгов добавляется одинаково, странно. А в чем прикол тогда этих двойных зомби? Просто в начале буст двойной, что ли? Ну ладно, фигня какая-то, если честно. Ладно, продолжаем. Продолжаем, кто-то у нас там упал, но мы сразу же себе нашли нового дружка зомбака. Идем дальше. Что там по миссиям? Сейчас мы перепрыгнем, я посмотрю. Так, летайте 15 секунд, как др... Блин. Вот это самая отстойная, на самом деле, миссия, потому что это все зависит только от бонуса, который мы найдем. Если мы не найдем бонус дракона, то я и не смогу его активировать никак, соответственно. Кстати, мог перевернуть, но почему-то не стал. Так, еще 25 мне осталось съесть фруктиков. В принципе, опять же, очень даже мало. Это меня радует, это радует. Так, дракон, пожалуйста. Блин, квотербеки. Квотербеки, это тоже хорошо. Я уже говорил, что квотербеки мне нравятся, но они все-таки, ну, такой себе. Дракон получше был бы. Так, все монетки активировали, замечательно. Здесь получаем себе дополнительных чуваков, тоже замечательно. Ну и здесь просто можно идти вперед, потому что вообще пофигу. Квотербекам просто все пофигу, ребят. Они бегут и кайфуют. Так, мне тем временем осталось еще... Сколько? 25 фруктов? Жестко. Жестко, ладно. Надеюсь, что все-таки мы с вами насобираем. Мне бы хотелось с вами еще открыть хотя бы одну птичку. Посмотреть, что там будет. Ну, посмотрим. Ладно, здесь пока 46 фруктов. Слушайте, ребят, я думаю, что может быть все-таки умереть сейчас. Потому что, смотрите, бонусов я пока не вижу. Фрукты тоже уже кончаются потихонечку. Потому что вы сами знаете, в любой акции в самом начале намного проще найти акционные всякие вещи, чем в конце. Так. Здесь уже, блин, много, конечно, персонажей, много всего, но, к сожалению, мне нужны две вещи, фрукт и бонус. Давайте добежим до последнего бонуса, вот до этого, и ниндзя, ну все, значит падаем. Значит падаем, ребят, ну рили, я уже не хочу, я хочу начать заново. Так, все, вниз, вниз падаем, и смотрим сейчас, только не рожай, только не... За что, игра, ну почему она всегда... Блин, это тупо нечестно. Просто нечестно, вот и все. Ладно. Получаем деньжата и сейчас снова с вами упадем. Главное, что деньги... О, нифига, кстати, это нормасный бонус. Это очень неплохо получилось, ребят. Хорошо, что до этого добежали. Так, двойные зомби мы с вами купили, воспользовались. Взорвите 5 бомб. О, вот это вот задание, конечно, мне бы хотелось получить до того, как я... О, лотерейный билет. Давай.
Стираем здесь ничего. Здесь дополнительная жизнь. Последний шанс сойдет. Но здесь ничего. Ок. Поехали дальше. 126 монет, блин, мало. Мало. Не могу, к сожалению, воспользоваться монетами для того, чтобы себе еще одно задание выполнить. Точнее, не задание, а чтобы дракона продлить. Там у меня как раз же есть такая возможность, но сейчас пока нет. Так, 60 из 70. Ребят, я же говорю, что вначале намного больше. Это всегда так работает, абсолютно всегда. Так, переворачиваем машину. Еще одну переворачиваем. Блин, мне нужно сейчас бонус дракоши, ребят. Ну, либо квотербеки, кстати. Ну, хотя бы теперь выбор есть. Либо дракоша, либо квотербек. 63 из 70. Так. Еще семерочку. Блин, интересно, какую эту птицу мы с вами выбьем в этот раз. Очень бы хотелось, конечно, какую-нибудь прям хорошую. Все-таки классических этих птиц я уже насобирал себе очень много. Сейчас хочется что-то поинтереснее. Так, ну как квотербек или дракон? Блин. О, нет, слушайте, хотел уже сказать, блин, снова выпал отстой полный. Но нет, квотербек это супер, это то, что мне надо. Идем, идем. А что мне надо сделать? Взорвите 5 бомб, все, еще одно осталось. Еще одну бомбочку, ребят, пожалуйста, игра, подсуй мне еще одну бомбу, плиз. Я знаю, что ты любишь по... О, отлично. Все, замечательно, прошли с вами. И осталось всего лишь 3 фруктика съесть, и все. Засчитай, что все сделано. Все сделано просто идеально. Так, переворачиваем автобус, конечно, чоп, и нет. Перепрыгиваем. Ну, пока что, ребят, я фруктов не вижу, пока что... Можно еще, конечно, получить дракошу бонус, и если получим, это вообще будет бомба. Но фрукты это самое основное на данный момент. Здесь ничего. Да, блин, ну чё... А вот, еще два фруктика, пожалуйста. Пожалуйста, еще два фруктика. Я уже хочу очень сильно посмотреть на новую птицу. Так, здесь ничего. Здесь перепрыгиваем. Здесь вниз. Блин, ну, а почему так долго? Я уже реально... Ладно, пофиг, давайте упадем. Давайте упадем, я лучше перезапущу сейчас игру, потому что... Блин, прям подо мной этот появляется камень новый, асфальт, я не могу даже упасть. Опа, все, наконец-то. Фу, это было жестко под конец, потому что уже реально долго искал. Все, давайте, умираем с вами. Может, дракон будет... О, блин. Нам что-то прям везет, ребят. Реально прям везет. Ничего не могу сказать. Так, летаем, летаем, летаем. Вообще на все пофиг, просто летим максимально долго. Так, ладно, пофиг. Я на самом деле хотел еще раз попробовать, но не получилось. Так, смотрим, что у нас там с вами получилось по... Нифига себе. А, последний шанс же. Да, ёкаламэне. Мы так его бездарно использовали, но я сейчас реально не хотел больше проходить. Поэтому пофиг. Все, получили с вами дополнительный бонус бутылки духа Франкенштейна. И смотрим, что у нас. 15 монет всего лишь. На это не хватит. На это, к сожалению, не хватит, поэтому мы с вами уже в следующей серии будем открывать новую коробку, ребята. Я к этому времени подкоплю бриллиантов. Ну и не забываем ставить лайки, чтобы следующая серия вышла, подписываться на канал и ставить колокольчик, конечно же, ребята. Чем больше будет лайков, тем быстрее выйдет следующая серия. С вами же был Чинаск, и увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи и... Пока-пока.